Компания Сберфонд – это выгодные программы по сбережениям с доходностью до 20,6% годовых. Компания Сберфонд работает с несколькими страховыми компаниями. Сбережения застрахованы. Сберфонд действует в полном соответствии с законами Российской Федерации. Вся деятельность ведется под строгим контролем со стороны Центрального банка России. При заключении договоров сбережений компания Сберфонд дарит вам карты супермаркета электроники М-Видео и гипермаркетов Лента. Ссылка на компанию Сберфонд в описании. Переходите, знакомьтесь с документами и делайте ваши вклады. Ребята, всем привет. Сегодня мы... Сегодня я тренируюсь, и со мной мой оператор, да? Да. Привет. Михалыч. Короче, Михалыч, ты с какого дня не тренируешься? С какого дня тебя отдали? Со вторника. Ну, во вторник не был. А, все, в понедельник в бассейн сходил. Короче, со вторника Георг сказал ему вообще, ну, полный отдых, потому что, ну, у него нереально вот эта вот штука болит. И что, зачем ты поехал? Короче, ну, неделю Михаил вообще ничего не делает, но на диете, на жесткоче сидит. Ну, да. Ну, и видно это по лицу, что он прыщ схватил от химии. Какой химии? От вчерашней, в Финтон-парке. Короче, чем во всем нужно искать плюсы, и в чем плюс, что Михаил не будет заниматься, то, что он сейчас будет снимать на камеру. Ну и будет, то есть там не надо подбегать, включать, а сейчас Михалыч будет. Ты еще скажи на глайд-треке слоу-моушен. На глайд-треке слоу-моушен, да. Короче, сегодня тренировку снимает Михао. Ребята, всем привет. Сегодня тренировку снимаю я. У меня желтое лицо, поэтому меня не допустили до этого тренировки. Сказали, пока. Ты же поздоровался с ребятами на лестнице. Все, хорошо. Приготовились, разминку делаем. Делаем 2 минуты разминку, потом сразу на разножку 20 раз. 20 раз отжимания, сразу встаем, без остановки делаем второй раунд. Пускай, ну, уже увеличиваем темп работы, понятно? Приготовились? Погнали! Ты отметь новую форму. А что отмечать? И так все увидят, прокомментируют. Ты на Георгии. На Георгии. И на Георгии. А, Георг, можешь повернуться сзади? Давай. Или клониться. Ты давай, прыгай. Сейчас по команде ускорение, ускоряйтесь. По 10 секунд на каждый счет должны ускоряться максимально сильно. Потом, как говорю, легко-легко ускоряемся. Понятно? Но все равно ускоряемся. Смотрите, слушайте внимательно. Я говорю отжимание, делайте отжимание. Делаю, говорю, разножку. Сейчас темп работы меняем, понятно? Опять встаете бабочку. Всем понятно? Продышаться. Стоп. Митя, порезче отжимайся. Порезче отжимайся, Митя. Еще речки. Да, чаще делай. Чаще, Митя, чаще. Ручки, чтобы привыкали. Хорошо, встаем, дальше работаем. Дальше работаем. Прыжки? А? Прыжки? Да, дальше прыжки. Вот уже прошло 10 минут, а Георга все нет. Сейчас я найду свою волшебную скакалку, и вы мне тут не так запрыгаете. Ну что, Макс, как самочувствие? Лучше. Каждый день. Иди, Георга, позови. Ну что ты снимаешь? Вам как это сказка? Георг! Живодерочка! Как сказка о честном слове. Поставил здесь прыгать. И прыгаете, пока я не приду. Я же пришел. Вместо скакалки. Да, скакалка уже не действует. Вы чувствительность потеряли. Да, уважаемые. Так, отжимание. О! Фу! Давай. Прыгай, долго готовишься. Давай. Ты просто не представляешь, что такое 3 по 3 биться. Я его на первой минутке ушатаю, чтобы 3 по 3 не биться. Георг, оппонент говорит, что спарринги. Да что они там делают? Прыгают, бегают. Я-то уже спаррингуюсь. Что, спаррингуешь? Но. Но они не нужны сразу. Сейчас. По крайней мере, так он говорит. Спарринги нужны за месяц, за 2 недели до боя, за 3. Либо ты потравмируешься очень сильно. Да он и синяки показывал? Пускай. За 2000 рублей. Пускай спаррингуется. Пускай. Просто, ну, травму получить очень сильно. Она сейчас останется месяц. Спарринговаться-то могут все. А как ты спаррингуешься? Это уже...
ну, дело времени. Это так же, как бить могут все. Как научиться правильно, это уже дело времени, дело тренировок. Так что надо научиться бить по правилам. А спарринги по-любому будут. Смотрите, кто рекламодатель, опять же. Почему мы снизу напечатали? Потому что еще на грудь можно логотип за 200 тысяч рублей. На спину за 150. И вот сюда за полтинник на шорты. Ну, то есть он большой. Ну и кепка тоже полтинник. Тоже можно ваш логотип. Так что пишите мне в личку. И это, ну, то есть вот на весь период подготовительный. Татуировку на бой, хотите, да? На бой будем выходить. За сколько татуировка? 5 тысяч. Ну, просто. Оплачивают долларов. Долларов. 5 тысяч. 5 тысяч долларов. Ну да, временную татуировку на спину набью. Во всю спину логотип. Да это как у этого, звезды хочешь, как у тренера этого. Нет. Так, давайте еще. Ну это на полном серьезе. Рекламодатели, кто хочет, вот я цены объявил, пишите в личку. Голову в сторону, ноги вместе, опустить. Спать. А руки что? Руки по швам, расслабь голову в левую сторону. Ну, грязно. Расслабь, ты знаешь, что у тебя шевеление по донышку? Знаешь, что? Ага. Чего не лечишь? Достаточно. Сможет по нам пробежиться. Класс? Угу. Все, клиент спит. Расслабься. Массаж идет. Сейчас позвонок хорошо. Сразу чувствую. Махи. Расслабься. Георг, это что за тайные техники спецназа? Шаолинь. Это секрет. Молекулярный. Поставь. Ой, расставь. Мить, смотрел вчера, я тут парк сходил. Трещал. Все можно. Можно знать? Да, знаете, кому сбивать. О! Как заново родился. Вот так, я показываю вам сценарий боя. Ну, уходит. Не надо, не подпи, вот. Все опасно. Я, во-первых, перед боем вот так вот выступлю. Под музыку. Под которого Лина Кабаева выступала. Танец маленький, у тебя танец маленький. Да, молодец. Вот так. Я так не могу. Так, ладно, все. Гриф втыкаем на десятку. Бегом. Нет, не втыкаем туда, вот. Ты видео не смотрели на канале? Да, это сразу не видно, что тренировки не все смотрят. Так, хорошо. В парах встали. Ногу вот так вот держим. Смотрите, что делаем. Один держит ногой, так, чтобы гриф не выскакивал. Второй. Помните, ну, как мы видели, удар с корпуса. Второй. Держит гриф вот в таком положении. И начинает выбрасывать. 10 одной, 10 другой. Вот. Таких 4 круга. Вот это бам-бам, вот это влево-вправо, это раз, два, да? Три, четыре. Сделал, передал эстафету Васе. Вы это самостоятельно делаете. Ваша задача не тянуть вот так вот, а выбрасывать. Чтобы удар был выброс. Вот за счет вот таких плёстких ударов, стой. Уже таких вот не тянущих, а еще будет с хлестких ударов. Ударов постоянно. И ты будешь дотягиваться. Сейчас. Зачем ты перчатки одел? Ты единственный индеец, который одел перчатки. Рома, я под Станиславском работаю. Я, наверное, тебе по-армянски сказал, да? Пошел в жопу, я ничего не говорил. Давай. Перчатки ломят. Так, готовы? Так, у тебя скручивание длина. 10 раз в одну делаешь, 10 раз в другую. 10 раз в одну, 10 раз в другую. 4 круга. Делаешь, отдыхаешь. Потом еще раз делаешь, пока не поменяются. Приготовились? Вадик вылет. Погнали! Ногой, индейец! Только что говорил. Ногу, ну что это? Ногой поворачивай. Стоп! Я для кого показывал? Иди, давай покажу. Вадик, не умеет. Я для кого как Вадик, показывал? Прям. Готовить не умеет. Дай, слушай внимательно. Я для кого Рома показывал? Для себя, я для себя знаю. Выбрасываем с ногой. Раз, два, постоянно, а не вот так вот. Так только гомики делают. Держи. Делаем, погнали. О! С ногой постоянно, чаще выбрасывай.
Вон чай, красавчик. Смотри, как он делает. Смотри, подожди. На видео посмотришь. Это сердце кровью рекламу можно заказать. Давайте по парам встали. Ребят, что легли, по парам встаем, либо идем домой. Это что, сколько? 15? Так, Митяй, иди показывай, ты размятый. Вот. Размятый. Так, помнишь, с одного плеча в другое бросали? Фронтально. Двумя руками? Да, двумя руками. Держи за руку. Так, на каждую сторону по 10 раз. Получается, на каждую по 10 делает, Ромка делает. Таких 4 круга. Понятно? Без остановки делаем. 20 раз делаем. 20 раз, да, делаем. Делаем. Ром, ты делаешь, да. Да, было или нет? На каждую сторону. Все, встало. Задача делать, ну, в хорошем темпе. Вот мы встаем с Васей в борцовскую стойку. Влево, вправо, он встает, я встаю. Делаем, смотрите, проход в ноги, убираю. Опять я его дергаю сюда, сюда. Проход в ноги, убираю. Понятно? Вот. Опять смотрите сюда. У вас левая нога впереди, и правая идете туда. Вот раз. Тут. И сюда плечом. Помните, делаем? Ага. Вот, для просмотра к нам. Как зовут, Витал, познакомься. Руки сюда. Да это он, Рома стоит один, говорит, надо, говорит, ему это падать. Ну сюда, на паркет, отжимай. Давай, за руку. 20 раз. Ты наоборот волосы сюда закинь. Ты никак по мухе волосы убираешь, а ты наоборот закинь, чтоб тебя не узнали. Дальше ей по 20, что делаем? Сейчас, смотрите, что делаем. Ваша задача. Сейчас. Боди ставил. Боди ставил. Что делаем? Помните, мы это делали? Вот это. Помните?
только лежа было. Я почему что сделал? Чтобы вы вот с этого захвата перешли на этот. Хорошо? Чтобы ты мог перевернуть его. Да, переворачивайся, Вася, все. Да? Что ты терпишь? Да. Я так стойки задушил. Не переворачивайся, сейчас я ничего делать не буду. Сейчас руки ставим на сюда, смотрим. Ты сзади не увидишь, Настя. Прям на лопатки. Вот, и делаем, смотрите, прижаться к нему и делаем вот такое вот упражнение. Раз, три. Вот, смотрите, раз за голову, раз за голову, раз за голову, два за голову, раз. Чтобы вы отсюда прижимались и отсюда учились бросать. Понятно? И проходили. Сейчас ты все отрабатывает. Делали простой, да? Сейчас перехватываем за голову. Раз, два. Потом эта же рука сразу идет. Раз, перехватываем. Хорошо? Но желательно, чтобы вы через руку перехватили. Чтобы вы когда переворачиваетесь. Переворачиваться, а через руку. Стучи. Я не поздно. Стучи. Стучи вам в груди. Так, раз. И душится. Нормально? Это постыд. Чтобы глаза сразу кровью наполняются. Вот так. А еще сложнее, еще тяжелее. Ну давай, еще уложись. Смотрите. Начинаешь. Ближе держи, чтобы я сразу покажу. Держишь, идите смотрите. Витя, ты там кайфуешь, ничего не увидишь. Это для тебя надо. Вот. Прижимаешь головой к нему. Вот, смотри, за бицепс берешь плотно и переворачиваешься. Вот. Смотри сюда, что делаешь. Вот эта нога, которая у него здесь. Это не снимается. Ребятушки, а сейчас я хочу показать вам видео из нашего инстаграма, которое не вошло в этот выпуск. Почему я его показал вам сейчас из инстаграма? Потому что очень много материалов выходит в инстаграме. Те же самые фото, те же самые видео, которые не выходят ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни на Ютубе, нигде. Так что не забывайте подписываться на наш инстаграм, уже более 12 тысяч подписчиков. Ссылка на инстаграм в описании, ну или вот просто Reddit TV. 30 приседаний, 30 пресс, уголок. Я отвечаю, буду заниматься. И тут я понял, что тренировка закончена, но это не попало на видео. Да, следующая тренировочка у нас в субботу. Ну скажи в камеру, что тренировка закончена. Это же самые сладкие слова. Да, тренировка окончена. Все, всем спасибо, до субботы. Все, молодец, Роман. Ну ты че, джокер, блядь? Вася, как у нашего оппонента. Полуджокер. А еще? А это че? АК-47. Витя, что ли? Не-не-не. Это в армии, что ли? Не, когда в Турции работал. Ты в Турции работал аниматором? Не, Гина. Ребята, Саша ходил с нами на столбы, да. Занимается гербалайфом. Прижимать вообще надо. Он, это, он со мной ходил. Все, что, по нему видно, что он сам-то его не потребляет. Да ладно, я восьмерку уже скину, почти 10. Восьмерку это? Лада 8, восьмерку скину, девятку возьму. Ну эти, короче, весы гербалайфа. Протереть. Новую фишку, что ли? Это телепортационный. Так, сколько тебе стукнуло? Лет 35. Ты в гербалафе, что ли, работаешь? Ты еще не спросил, какой у тебя вес? Да? Рост. В гербалафе работаешь? Рост 187. Да. Понятно. Я, короче, в маркетинговой системе. Ну? Я знаю, не гадяю. Сейчас весов дал. Они сейчас пылесосы. Они весы накручивают. Сейчас пикнут. Они весы накручивают. Все. Ну, давай. Да, сколько? Ты похоже потолстел. Потолстел? Я могу тебе одно сказать, Митя, вот эти весы неправильно еще показывают. Они на 500 грамм врут. Я? Все. Не на 500, а на 200. 36,7 лет? 98. 46. А, сейчас они это прокладывают. Ну, выключи пока. Пока они это. Внутри меня. Подожди. Они пока считают. 128, а это неправильные весы у нас эти, вон там, которые за стенкой, они лучше. 126 показывают. Ну, так, ну и что получилось? Получилось, что вес 128,1 показывает, мышечная масса 77,1, воды в организме 46%, костная масса, ну там кальция получается, 4,0 показывает, внутренние жиры, которые на органах, 17,5, ну и жиры... В процент. Да это хрен, возраст какой показывает? Возраст 50 лет.
Реклама алкоголя. А тогда 55 было? Ну-ка, давай я встал. 10 было. 10 было? Ну. Они все, они его слушают, они всегда вот 50. Ну-ка, давай, давай Георг. Георга. Возраст, ну какой Георг. Какой возраст у тебя? 26. Проверим сразу, врут или не врут. 26. Что, Георгу 50 лет покажу. Вот рост. 180. 77. Подожди. 77. А на тех сколько, Георг? Все, вставай. А на тех сколько? Не знаю, надо пойти взвешиваться. Возраст, давай, возраст какой. Сейчас покажу. Сейчас сразу я предупрежу. Физический тип, пятерочка. Георг, ты сразу скажи, что за это, на ноге за это? 25 лет возраст, Георга. Ага. Можно попробовать? Тоже, в руки, у тебя 8000 почти килокалорий в день уходит. А у меня 7, сколько? 7800, а у тебя 2500. Так он целый день в спортзале. Да не можешь с тобой уходить. 77 ладно, может. Слышь, Михалыч, ладно, у меня возраст 50 лет показывают. Бувь надо до 45 сбросить. Для мышц. А нет, до 40, как у оппонента так же было. По 40 лет. И повезло, по 40 лет будет. Возраст 20 лет. 20 лет, Рома? Килоджоули, я посмотрел, нафига думал, килокалорий 8000, не может быть. У тебя Георгу даже сколько прочитал? 25. Рома, а тебе сколько лет? 23. Показалось. Ну-ка, Макс, давай сколько тебе лет покажу. Ну, снимай, ну, можно я тоже. Подождите, дайте меня поснимать. Я-то, а наверное, что-то помоложе буду. Какого мог лежать, телефон и все выкладывать. Рост, Михалыч, какой? 1,76 м. Длина полового органа. Сейчас а приблизительно такая же. Подожди, сейчас пикнет. Мама говорит, размер не имеет значения. Чья мама, твоя? До сих пор говорит. Кому она такое говорит? Папе? Это 129,9. Все. Ну все, выдохни уже. Что-то. Возраст. Сейчас. 45,400. 70-го года? 3 года, по-моему, 72 килограмма мышечной массы. 50 лет тоже. Поздравляю! Ну а мышечная масса... Можно вступать? А у него сколько? У меня 72, а у него... Поздравляю! У меня 70. А у него... 77. Давай, кстати, запишем. А, понял, мышечная масса у меня больше. Ну-ка, давай, Макс. Да ерунда это все! Макс, рост, вес какой? Ой, рост и возраст. 188. Ну? 36. Ага. 36 лет. Так что, в этом году круглый юбилей гуляем? Да, с 50-летия? Да. Девочек из бухгалтерии позвать нужно. Вставай. Давай. Макс. Пятка надо. 92-200. Иван Драго, выходи. Возраст. Сейчас. Тебе, Макс, сколько лет? 36. Следующий, да, возраст будет? 51. 51. Ну правильно, ему 36, нам 35. Нам 50, вы нас тело сделать вместе с весами. Ну и что ты хочешь сказать, что ему что? Он же не жирный. Биологический возраст. Да ну конечно, а. Ну-ка, Жека, давай, вот сейчас от Жека. Сколько лет, Жека? 20. 20 лет, рост какой? Все, вам вставай на весы. 83. 1,83 м. 98,2. 2 года ты. 2 годика. 35. А тебе 20? Да. Короче, я понял. Короче, ребята, эти весы, чем больше вес, тем больше они показывают возраст. А для того, чтобы было больше веса, они больше Гербалайфа покупали. Вот и все. Согласен? Сними инструктора в тренажерном зале. Давай. Какой вес, рост? А? Рост. Ой, 76, а возраст? А? Возраст. 26. 26. Вангую 40 лет. Вес. 88,2. Ну, сейчас 40 лет покажет точно. 41, ну я же говорил. Я тогда смотрюсь, на ебалу. Что, в прошлом году юбилей отгулял? Сороковник? Да не празднуешь, не празднуешь. А, 40 лет же не празднуешь, точно. Денис, привет. В общем, тренинка закончилась. Сегодня у нас будет только тренинка. Потому что сейчас мы по домам. Я, наверное, на марсианина сегодня схожу все-таки. Сходи, сходи. После обеда. Ссылка на Сашу в описании. На страницу ВКонтакте, да? Да. На Жеку тоже? Зачем меня? Не надо? Нет, конечно. Слышь? Да. Вот, честно, человек признался. Ты чё? Чё? Вырубай уже. Не, ну ты хоть как теорию, да? На тренировке ходишь, теорию постигаешь. Ну, конечно. Дзен постигаешь. Во сне отрабатываю. Потом... На-на-на-на-на. Ладно. Какой кинотеатр пойдёшь? Куда? Кинотеатр какой пойдёшь? В Родина. Да ну почему? Ну вон этот море синего, в июне. В июне? Синего, в обед, да? Пойдешь? После обеда поем сейчас, пойду. Не Родина. Ты тоже хочешь сходить? Да, я. Ну сейчас давай договоримся. Не Родина, а Homeland.
Ну а мы с Михалычем хотим порекомендовать вам ребят, которые занимаются разработкой MVP-версий мобильных приложений, которые сэкономят вам до 70% вашего бюджета. Всем новым клиентам эти ребята делают бесплатно разработку концепции приложения в течение 2 дней. Ссылка на ребят в описании к видео. Переходите, ребята серьезные. Руслан Татунашвили и я разрабатываем через них тоже свое мобильное приложение. Ну и что, Михалыч, на этом можно попрощаться? Естественно. Нет, давайте продолжать веселье наше. Все, мы с Жекой в кино пойдем. Но мы этого не покажем. Всем пока.